Ну, наконец-то! Долго же тебя не было. Нашла ее. Ну и как? Что ты ощутила, подходя к урне? Испытание? Интересно, очень интересно. Возможно, теперь церковь не будет считать мои исследования кощунством. Мы должны организовать экспедицию. Здесь все сплошная история. Ее необходимо изучить. И необходимо открыть паломникам путь к урне. Рано или поздно этим воспользуются богатые и сильные, как всегда. Я должен вернуться домой. Нужно так много сделать. Если когда-нибудь окажешься в Денериме, навести меня. Я не богат, но у меня есть небольшая коллекция интересных реликвий. Надеюсь, увидимся. Ты проснулась? Ты это тоже почувствовала, да? Похоже, архидемон видел нас. Мне кажется... Погоди! И не высовываться! Думаю, это как однажды сказал Дункан. Мы чувствуем их. С этого момента нам необходимо быть максимально осторожными. Что же они пришлют в следующий раз? Сборщиков подати для порождения тьмы? Вокруг лагеря надо выстроить укрепление. Ночью спать не дают. Под тюрьму. Какая досада. Как ни ловушек, ни засад, всего-то несколько головорезов. Сделано. Пойдем дальше. Действительно? Конечно. Да. Эти чудища определенно опасны.
И зачем они нужны нам с матушкой? Отступницам. Ума не приложу.